ну вот 5 бабочек, если это считать за одну, то раз, ну на пальце вот такая, еще вот такая, и вот тут на животе типа такая еще, ну интересная, но не показываю. Там в каких-то видосах есть вроде. Вот, 4 штуки. Ну, еще вот тут лапка, но это как будто бы, знаете, ну, чисто так. Спасибо, мне 20. Почему ты сделал такую прическу? Ну, какую прическу, ребят? Это хвостик. Просто хвостик. А что такое pick me? Да, выходной сегодня. Внезапный такой. А, просто, ну, чуть-чуть? Нифига себе. Обделили, как будто бы. Ребят, взаимно спасибо большое. Вам тоже хорошего дня, хорошего рабочего дня, продуктивной недели. Вот, ну, у вас оставшиеся. Мало, ложись спать. Конечно, Андрейка, скоро пойду. Вот. Спасибо огромное, спасибо большое за поддержку. Привет, ребят, всем. А как ты можешь оскорбить, если это милашка? Ну, или ты меня хочешь наебать? Звездочки, значит, да. Типа того. Короче, от вас ничего толкового я не услышу, понятно. Спасибо огромное за розу. Мэтт Трэвис скоро потеряет бонусы за супер подписки. Трэвис, please go to my team. Привет. Ребят, ну я специально подальше от экрана села, чтобы вам сильно, ну, не слепили мои глаза. А вы, ну, даже при таком расстоянии. Спасибо большое за розу. Трэвис! Спасибо большое. Юзер, спасибо за подписочку. Ребят, кто подписывается, пожалуйста. Переходите, прикол, конечно, Алина. Переходите, пожалуйста, на мой инстаграмчик. Буду лайкать ваши фотографии взаимно. Или же за подписки. Вот. Никого не пропускаю, но стараюсь. Спасибо большое за розу. А еще, может, кто-нибудь ведет эфирчики у меня тут. Кириллу приснился страшный сон. Какой? Где твой инста? В шапочке профиля, ребят. Там написано Instagram. Кудряшка 24.7. Как тут, просто последние цифры не такие. Минск. Бля, 20%. Ну куда они уходят? Я не понимаю. О, окей. Маркус, спасибо тебе за лайки. Оценю взаимно. Спасибо, Нэн. Свадьба со мной. Капец. Ну, он, походу, такой же шутник, как и ты. Слушай. Мне кажется, вы схожи. Вы друг другу подходите.
Ну, как будто бы немножко неприятненько, да. Спасибо. Ему минус в карму.